Ребята, всем привет. Мы ролик сняли с Алишером. У меня в гостях Алишер. Он приехал с Таджикистана. Черноносых голубей держит. Канал тоже такой ведет. Рядом Мамука наш, грузин. Мы погнали голубей, посмотрели. Кому интересно, вот этот входящий ролик, как Алишер снимал у меня все это, можете у него на канале посмотреть. Он ведет. Алишер, ты точный это, скажи свой канал. Алишер Сахибов. Так да. Называется Алишер Сахибов, черноносые голуби. Да, вы там посмотрите, мои эти подписчики, и его это тоже снимите, потому что досконально мы все это сняли. И голубей погнали. Ну, сейчас мы собираемся у друзей побивать. И там тоже я останусь, сниму. А моих голубей вы отлично знаете. Все-таки, кто, может быть, кто-нибудь первый раз хочет там посмотреть и не видел моих голубей, я показываю. Вот это грузинские голуби. Здесь есть и моздок, и казахстанский тоже. Но чистокровных я всегда грузинских буду держать. Без них неинтересно. Продолжим к товарищам. Дорогие друзья, всем салам алейкум, всем здравствуйте. Сегодня я в Грузии, город Тбилиси, в гостях у Сосо. Посмотрел настоящих грузинских голубей. То есть у себя на канале я это все показал. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Есть чернохвостые белые голуби с черными глазами и с белым клювом. Есть чисто белые голуби с белым клювом, черными глазами, и весь корпус у них белый. Значит, очень интересные голуби. Сегодня мы, как я сказал, в гостях у Сосо. Без бокала вина, конечно, они не отпускают, но я не пью, все вы прекрасно знаете. Я мусульманин, попросил Сосо водички и кофе. Так что, друзья, не судите строго. И сейчас мы сняли тут очень много интересного видео. И дальше поедем к друзьям нашего уважаемого Сосо. Спасибо, давай, что смотрите наш канал. Здравствуйте, ребята. Второй день, как Алишер уехал. Я опять остался дома один. Вчера насыщенный день был. Поездили, поснимали. Он снял ролик, я не снимал. Потому что то, что я снимаю, это в моих роликах есть. И заново все это снимать уже людям, наверное, неинтересно. Вчера, ребята, я им предлагал выпить, но они не выпили. Надо уважать обычаи и религию у других людей, да? Вчера у меня просто маленький анонс я сделаю. Вчера вот это вино у меня было, она называется Саперави. Это гордость Грузии. Вот это вино многие медали получала на выставках. Приятная она. Можете вы войти на YouTube, закинуть вино Грузии, Саперави и Дании, там все указано. Кровяное давление уменьшает. Холестерин убивает. И просто я с утра решил снять такой маленькую рекламу, сделать нашим винам. Я обычно домашние вина тоже делаю. Принес старинный граненый стакан. Дома бокалы есть. Но вот это
вот этим стаканом пили раньше наши отцы и наши деды. За вас я хочу выпить, ребята. Вчера я за гостей выпил. Один стакан с утра — это как лекарство. За вас, ребята, за моих подписчиков, гостей, за гостей канала, кто смотрит. Мы вчера, как и всегда, старые люди, знаем вкус братства. У нас одна семья была, Советский Союз. Жили мы нормально, жили хорошо, люди не умирали. Ни за что не умирали. Они умирали вовремя. Ну, были случаи, это обычная жизнь. А сейчас люди умирают, как курицы, как мухи. Давайте друг другу пожелаем мир. Будьте вы здоровы, все мои подписчики. Просто утром встал и на сердце, понимаете, любовь у меня к людям. И хотел один стакан вместе с вами рахнуть. За вас, ребята. Конфет. Слеза соловья. Обычный день, ребята, сейчас начну. Как всегда, гонять голубей. Буду подвое пускать. А то вчера всю коду погнали, молодежь, они не полетали. Как обычно бывает, когда хочешь что-нибудь показать. Пошли, погоним. Вот, ребята, я двоих поднял. Каха мне позвонил только что рядом со мной. Вы его знаете, голубевода. И голубя скинул, разорванный от сапсана. Он, значит, работает в нашу зону. Он близко от меня живет. Сапсан работает в нашу зону, но волков боятся в лес не ходить. Две штуки я поднял, они еще игру не набрали, но надо им летать, чтобы своего достичь. Сейчас еще выпущу две штуки. Вторую пару тоже пустил. Они высоко били первые. Но этих увидели. Ну, молодежь, сразу спустились. И соединились. Это все молодежь, их надо гонять, чтобы они игру набрали. Так, эти босоногие. Сейчас начнем выпускать лохматую птицу. Четыре штуки я поднял. Одного чернохвостого и троих лохмоногих.
Ну, как-то вот так. Здесь пока мы с вами игру не наберут, интересного ничего нету, потому я прекращаю съемку насчет гона. Остальное снимем внизу. Моздок опять забил запереть. Давай мы все это спишем на вино. То, что я вино выпил, наверное. Опьянел. Старик оправдывает, да, свои эти склероз. Надо уже закрывать его. Какой-то выскочил. А. Вот, взрослый. У него даже птенцы. И самостоятельно. Вот потому и происходит, ребята. Выхожу, то одного не хватает, то другого. Потому и люди режут крылья у голубей. Просто игра поднимает их. Они, может, и не хотят летать, но у них в натуре, в организме эта свеча у него длинная, и когда хочет спуститься. Сижу, слышу хлопки в воздухе, выхожу и вот такой. Каждый день происходит.
Камикадзе, покажи игру, и я буду снимать внизу. Смотрите, смотрите, вообще с ума сошел. Вот знаете как, я одну вещь хочу вам сказать. Вот ты не видишь, не слышишь, да? Есть сезон, когда сапсаны атакуют. А есть сезон, когда тихо в небе, да? Вот голубь чувствует. Наверное, у голуби тоже есть, да, это зрение. Далеко видит. Или чувствует. Когда сезон сапсанов, вот сейчас я поднял, птенцы вроде нормально полетали, а этот мотается как бешеный. Ну да. Ладно. Что будет, будет. Просто если заберет, птенцов жалко. Моздок сейчас, наверное, еще взлетит. Обычно он так делает. Целый, да, воздух. Да ну черт у тебя, может тебе лестницу там принести, если хочешь летай, артист.
С утра, ребята, 32 градуса. Новости я слышал сегодня утром. В Европе 48 градусов. Это, ребята, ужас. От жары даже люди погибают. Но у нас самая такая в августе бывает до 40 градусов. Вот и... А у нас, ребята, природа такая, что везде речки, лес, люди уходят в лес, где речки, озера очень много, маленькие. Есть у нас и море, естественно, Черное море, где людям выезжать. Вчера Алишеру я тоже сказал, он близости поездил вокруг Тбилиси, ну близко это. То, что он каньон съездил, это от Тбилиси 100 километров по дороге, а напрямую ближе. То, что человек смог, сделал, ему предложили, и он поехал. А то у нас такие места... Вчера Мамука ему тоже говорил. На следующий раз, если у него желание будет, круиз устроим, он, наверное, прямо ко мне приедет. И такой положительный человек, я бы с ним в разведку поехал бы. Хороший парень. Мне очень понравился. Ну что, ребят, давайте вот эти наши синие два дня закончились у меня, и жизнь продолжается в обыкновенной ритме. Всем пока, всем здоровья, всем мира. Будьте здоровыми.